Всем привет, ребята, с вами я, Эльдер Альплей, и сегодня мы будем играть в Roots Natural Disaster Survival. На... Уже? Уже сейчас какая-то... Так! Ой, это Sandstorm. Вот видите, по... Да, это Sandstorm. Без замки, здесь буду прятаться.
Не, ну, я выжил, правда, я немного лишился своих волос. И... Так. Так, очков и... Всё рейнвей украли моего. И плащ. Да, я теперь был обычный NPC. Буду перерождаться, чтобы... Вот и мэ... мэп. Так. Я думаю, что будет наветней. Ещё опять. Нет. Кто там? Штаны, бля, шо за что? Что? Мой... Слушай, боже... Руки, ноги лишился! Кисти лишился! Капец, вот это ураган, конечно, опасный. Ой, ой, это что? Бун, Фоккамен, Бунбол, Гамбол. Сейчас порты скрин, скрин порты. Еще чуть-чуть цунами навалит, землетряси. Смотрите, напада сейчас. Хряп! Да, блин! Рука, блин, треснула! Капец, там уже прорвало! Меня просто другой волной так убила. Ну смотри, это... Что там такое вообще? Что, магазин просто нет? Чего ты делаешь? Боже, так вали. Вали! Я не понимаю, это как... еще наушников я лишился, точно. Совершенно проиг. Сейчас буду толкать и... Чтобы не помадой было! А ну! Она... Ну я не... Ну я не ожидал. Выживут только немногие. И так как печаль, это... Все будут... А в них полностью их нету. А если... Блин, это ветеран, это 20. Опять это карта! Это... Чё? Так, сейчас будет... Да. Ты тупорина!
Блин, это вообще капец. У меня сейчас привели боль. Я сейчас просто купил. Нет. В регионе вообще такого снегопада не было. Землетрясение, наводнение. Вообще не было ничего так. Все нормально. О, опять это карта? Я висел. Я правильно писать, я выжил. Он что, неграмотный или малыш, что ли? Я висел. Она что, сидит? И она там что-то от десятые, что ли? А, это какой-то наводчик. Не, я на высотке не буду, даже если то, что в цунами я попали. Все равно. Так как они, во-первых, не прочные, а во-вторых, я зажат их все. Бам! Бадабомс, все, взрывы. Еще, блин, метеоритные дожди. Подожди, там наваляют вообще, блин, это что? Будет такой... А какой самый высокий? А, да, вот это сам. РПШ. Блин, кто-то уже убирает от падений. И где? Да, я... О! Так это как раз таки! Да нет! А!
Да ладно, только 5 выжило. Я вообще ничего не понимаю. Вот 3 года назад хотя бы я 3 года. Я помню, что там ну, многие выживали. А сейчас почему-то. Я бы подубили все. Убили все. Либо бояться, что будет цунами, а на самом деле землетрясение. Ладно, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Эмир Плей. Всем пока!